Что это? Пластик? Очень жарко. 1:30. Саши позвонил. Так, из нашего отеля надо налево и еще раз налево, он сказал. Сказал, приглашаю тебя в пиццу Домино. Что-то последнее время мы уже приналегли на пиццу, уже третью пиццу. Я забыла, что я одна иду. Когда с Сашей оно как-то смотрится гармонично, когда идет и разговаривает. Ну, пускай даже и на иностранном языке. А когда одна, наверное, выгляжу глупо. Нет, не надо рикшу. Мне сказано налево и еще раз налево. Из отеля я вышла налево. И теперь я попробую еще раз налево. И он сказал, ты увидишь пиццу Домино. Здрасте. Какая желтенькая, какая красивая. Вот сейчас как потеряюсь. Здрасте. Всеобщий привет. Однако пиццу-то искать надо. Я лучше вот сюда проберусь, между мотоциклами. Так, ну пока буду, не буду просить помощи зала, пока пойду сама по себе. Нет, наверное, все-таки надо просить. Алло. Так, мне вот сюда показали, вот прям совсем рядом. Ну, наверное, дальше, хорошо. А то, думаю, он меня, наверное, обманул, по неверному следу послал. А я уже Саше сказала, ну, закажи мне. Закажи. Так. Ну, я, конечно, спрошу потом. Уже звонит, нервничает. Hello. I'm going. I go. Can you meet me outside? I don't know. I think I go right way. Left. Yes, I go left. I see now Nuri Paradise opposite where I stay. Вот Nuri Paradise. Yes, it's far from other one more left. I walking, yes, I only now maybe 50 meters walked. Увидишь, говорит, меня, я стою. Хорошо, Дарлин, хорошо. Я иду. Угу. Я, говорит, иду на улице, тебя жду. Вышел на улицу. Иди, говорит, прямо. Иди. Нет, ну я ему только что рассказывала, что я очень даже нормально путешествовала одна. Пицца, ага, пицца Домино. Домино пицца. Where is пиццерия? No, this is English. Это у меня такой English. Пицца, Домино. Where is pizza? Pizza. I think Фарса? You have to go straight. Ага, хорошо. Это он думает, что мне надо идти вперед, чтобы попасть на пиццу. Матерь Божья. Я ведь в Чинае была, и Мамалапурами была, и без него. Ну как-то... как-то... с ним все-таки безопаснее. Нашли. Ой, какая молодец. Сильная такая. Он мне вон ручкой помахал. В общем, надо было идти далеко-далеко. К вот к тому куполу. Пристегнут шлем-то, и правильно. Вот они все пристегивают, и мне надо было пристегивать свои тапочки. Это 4-й по величине, по
количеству населения город в Индии. Такое я прочитала. 8 200 000 населения на этот год. Ага. А подождать-то меня не? Чего бежать? Вот там пицца, дарлин? Take care. Tomorrow room. Tamil Nadu, видите? Серп и молот, коммунистические знаки. Чинай является столицей Tamil Nadu, штата. И здесь больше всего здесь коммунистов собрано. Чем в других местах Индии. Так, что тут за коробочки? Чехольчики продают. Давай. Ой, мама дорогая, вот это да, вот это загрузили машиночку. Да. Как ты ее нашел-то, эту домино? Жарко. Я взяла с собой антипригарный крем. С утра помазалась и сейчас помажусь. Иначе сгорю. Но он говорит, здесь есть кондишн в этом домино. Это очень хорошо. О, он заказал для меня панир пиццу. Very good, thank you. И спрайт, пепси-колы мне не дают больше. Больше нет, говорит. А этим будто нельзя туалет мыть. Я думаю, тоже такая же суровая. А давай, давай. Холодненького, ага. Да? This is your? А, не каждый день здесь туристические поездки. Мы хотели взять... Принесли нам две пиццы, потом спрашивает, view of your veg, ну, вегетарианцы полностью. Небось, курицы туда напихали. Yes, I understand. I think chicken they put inside. One cheese and all, because you don't like одна сказала, один сыр, один корм. I don't order. And one, this one, double cheese margarita. И один double cheese margarita. Yes. Они, наверное, курицу туда нечаянно напихали. Да. Так, тарелок не дают, но уже порезано, говорит. Вот это this is double margarita, да? Yeah. Это двойной сыр маргарита. Да, а для меня не надо. No, no. I test first, after I will put, okay? Thank you. Please put it. Thank you. Sarah. Sarah. Красиво выглядит. Что тут за? Надеюсь, это... А, это сыр, сырные кусочки. Вторая с кукурузкой тоже очень вкусная. Первый раз ем пиццу с кукурузкой. Мягенько. А там с медным дном рекламируют кастрюльки. 1499, 6, по-моему, кастрюлек. Пересидели сиест в жаркой комнате, но здесь еще было жарче. Теперь 6 часов, вышли. Первым делом, конечно, надо срочно чаю попить. И сейчас пойдем, куда-нибудь пойдем. Пойдем смотреть прекрасный город Чинай. Все, попил. У меня, говорит, теперь есть патруль. Бензин. А что это они? Не работает банкомат, мусор один. Да, говорит, вот утром придем сюда есть омлет, потому что мы устали от досы. Ну и правильно. Омлет это привычное у нас блюдо.
Какая тонкая штука, какую тонкую он раскатал. Yes, welcome. Darling, I want to see what he making. Какая тонкая, вот is it? Парата. Парата? Тоже такого вида порота, но это невероятно, просто невероятная порота. Надо будет вечером купить масло. Как технично. Браво, да, вот именно что браво. Ну как так можно? Невероятной красоты парад. Darling, tomorrow, yes, buy for me, please. It's beautiful. Thank you. Yes. Thank you. Вообще супер порода. Очень красивая парадха. Я думаю, что она и очень вкусная. Утром надо будет попробовать. Дарлинг, хватит трещать. Иду. Все. А ты на что? You for what? Yeah, but when I am here, you stay behind. Я вот болтать. А ты? Телохранитель. I'm speaker, you are bodyguard. You Hanuman, you are bodyguard. А я так поболтать. Old house, ага, старый дом. Ну, красивый. Там и звезда, и полумесяц. Ремонтировать надо. Коровушки здесь ходят. Корова. Корова.